В раю, то под землей, то над. Ну, в общем, нормально себя чувствуем, друзья мои, неплохо, да. Повезло нам, блин. Да, повезло нам. Господь нам хорошо всего отмерил. Ну и с другой стороны, вот есть в Питере один философ, хороший. Он, знаете, что сказал? Он сказал, даже самые тяжелые армагеддонистые времена, при конце света порядочный человек не изменяет своим убеждениям. Ну, рад. Дожди до веселой кучи, умирали ночи без дней. Были времена и построже, а были просто пьешь да гуляй. Колотились и корчили пьяные рожи песни наших веселых стай. Мама, это рок-н-ролл, рок это я. Ну в конце только, в начале, ничего, попсели, блин. Да я понимаю, Прага, хорошо, да. Надо еще раз. Помощи. Вся моя жизнь, мама, это рок-н-ролл. Прямо, я не знаю, вот сердцем просто выкашлять это, мать его, выражение. Давай, поехали сейчас. Мама, это рок-н-ролл, рок это я. А были просто ни да, ни нет. Рок-н-ролл рожден в 1900 световых лет. Наши песни, любовь и голод. Под наши песни вставала весна. Драли горло нам серп и молот. Благословила наш мир война. Мама, это рок-н-ролл, рок это я. Печей. Орел походил на курицу, а
жатвы и вечность, бензин и газ. Барабанит война у тебя в башке. Эволюция твоя наползла до дна. Пару миллиардов.
сделал и шаг. Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной. Сколько лет я жую вместо хлеба. Сколько жизни песок мне клюет вороненым стволом. Долгожданная да. Чайные фары у соседних ворот. Люди наручники порваны рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где родина. И это я на родину. Пусть кричат у родина. А она нам нравится, спящая красавица. Я вот сейчас думал, когда же я написал эту песню? Играем, играем. В следующий раз я к вам приеду, как этот. Модно сейчас. Чуваки выходят на сцену и болтают полтора часа. Хотите? Такого наговорил, что придется... Ну ладно. Вот. И эту песню я написал в 1989 году. У меня дед умер, Акрам, да. И Армению тряхнуло. Помните землетрясение? И я в деревне, у меня бабушка умирала, болела после смерти деда. Я жил в такой глухой деревне, и там в снегу, и... А бабушка, она вот отходила. Но такая хорошая, и дед тоже. И я читал роман Пастернака, читал роман, сейчас скажу какой. Ну, единственный, в общем-то, его роман, «Доктор Живаго», да. И я просто обревелся, не знаю, как-то меня он так схватил за горло. Удивительная вещь, советую почитать. Я вот сейчас, наверное, перечитаю, потому что мы... Примерно то же самое сейчас опять переживаем, что написано в его романе. Вот. И тогда я написал как-то быстро эту песню «Еду на родину» и говорил ребятам, что ее надо решать в симфоническом ключе, в каком-то и так далее, это прочее. Ну, в общем, вспомнил, не все пропито, друзья. Деменции нет, слава Богу, пока. Нормально?
Спасибо, друзья. Спасибо. Все. Скатилась по зале.
убитых песен. Дам мне нечего тебе, мир так тесен. Или у вас уже одна мифология, как у нас? Телевизор, пивасик и мифология. И там трындят с утра до ночи. Эти, как их, как они называются? По телевизору, которые... Ну, которые все время говорят. Блогеры? Какие блогеры? По телевизору. Ведущие? Какие ведущие? Пропагандоны! Вот видно, человек в телевизоре не смотрит. Поэтому она такая светлая и поет хорошо. Да, и на никаких, и в никаких голых. Слушаю новости спикера. Красноречивых перцовых баллончиков, животворящих гуманных шокеров. Все каналы забиты, жить стало уже, очередь к сердцу из блях кровеносных. Тьма наступает, я снова ей нужен. Где ничего уже будет не жаль. Сыпятся новости, сказки, тиктокеров, удовольствия тоталитарной эротики, победные марши сдавшихся рокеров, и главное котики, котики, котики. Все ускоряется, пожелать.
время нашей земли. Со мной.